Господи, какая тут в этой игре прикольная музычка. Ладно, всем хай, дорогие друзья и гости моего канала. С вами, как всегда, Арнран. И сегодня мы будем играть. Прикольная музыка, прям вообще мне так нравится. Бум-симулятор, это симулятор бомжа. Мы сегодня будем играть в эту игрушечку. Давайте же посмотрим по настройкам. Так, основной это как русский, яркость. Я уже ставил управление. Понятно, раскладка. Аудио, дисплей. И графика. Все на ультра. Да, все. Ну, мы, я думаю, можем начинать нашу игру. Давайте начнем. Новая игра. Так, какие сложности? Мир. Норм. Ну давайте нормально, что ли. Уже сижу не 8. Приносит обычный урон. Ну принимаем. Начинаем нашу игру. Ну он сразу чисто бал этой игре, потому что вот музычка. О. GTA 6. GTA 6, реально, посмотрите. Еще бы такую музычку из GTA 4 поставить. Реально GTA 6 получится. Так, о! Уже игра, походу, да? О! You're alive! Ты жив! Я there, уже pal. Начал беспокоиться, приятель! Мощно нас... Bad, да? Блин, ты правда ничего не помнишь? Я Карл! Карл Телега, твой лучший друг! At least I was until evil way corporation turned me into a shopping cart. Now we have to get my body back. Надо мне вернуть это. Oh, and your brain too. Ой, they cut out like тоже. Они где-то половину вырезали, а может и больше. No worries, I'll teach you everything. That's what friends are for. Let's start with the basics. You have to eat and drink to survive. You still remember that, right? Да, ты так помнишь, да? Well, if you do, then why are you dying of thirst and hunger? Eat and drink. Ешь и пей. Это главное. Мусорка. Чтобы выжить, нужно съесть, пить и Поищи что-нибудь съедобное. Новое задание. Жизнь на улице. Жизнь на улице. Поищите еду в мусорных контейнерах. То есть есть, чтобы взаимодействовать с объектами. Nothing useful. Get used to it. Try the other ones. Keep looking. Moldy bread. You will eat it if you want to live. Still hungry, huh? I bet there's more stuff buried in those trash cans. They just needs help getting out. Why not give them a little kick? As long as worthless crap, move on to the next one. Only one left. Let's hope for something better than this. An apple core. Always eat your veggies. Yeah, yeah, fruit. Whatever. Just eat it. That should keep your hunger at bay for a little while. Still, you look like you're going to die of dehydration any minute now. Пойдем. Try breaking those garbage bags. With some luck, you'll find a whole carton of expired orange juice. Коробку прокисшего молока. Оп. Crap. Дерьмо. Scrap! Good find! You can store it in me and we can sell it later. Just throw it at me! Которые можно хранить. О, прям яблочко. Метолом это хорошо, но это чем-то удалить жажду. Это еще есть что-то. Давай поищем что-то в этой куче мусора. Nothing, huh? Дохлый номер. Да, пить есть, похоже, нечего. А вот придется поделиться с тобой из заначки. Yes, I had it the whole time. Да, у меня все это время была заначка. А что ты сразу не сказал? Да, знаю, в текущем состоянии не могу ни пить, ни есть. Нет, умрите, я тебе не позволю. Смотри на это. It's all yours now. Help yourself. Так. Где? Заводи скал. Апельсин. По-моему, это не апельсиновый сок. Ладно, ее употребить. О, хорошо.
Okay, pal, ладно, if we want to get my body back. Моё тело. And your brain. И твой мозг тоже. Понадобятся твои сверхспособности. You are the pigeon master. Yep, your pigeon coop is broken though. I bet the bugs stole the birds while Скорее we were being experimented on by evil way. Птиц, пока над тобой ставили опыты. The bugs, one of the two bum gangs who rule this city. We're the creeps. They're the bugs. And what do we do with bugs? Squash them, that's what. Давить. Hop on. I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. Встаньте за Кару и замодействуйте его, чтобы ручку. А я могу открыть карту. Бомжвилля. It's an easy route. Just push me where I tell you, okay, pal? Ух ты. Зачем миссии? Ё-ма, тут карта. Да мы тут, кстати, покатаемся. О, мы можем сбить кого-нибудь, а? This spy is a nasty fellow, selling out his friends and still being able to look them straight in the eyes. Those stupid little bug eyes. I tell you, the bugs are the lowest form of life. We creeps would never sell out our friends, right, pal? Now keep pushing! О, прям реально GTA. Ну, прикольная игра. Мне нравится пока что. Челик какой-то. Так, доступно задание, помеченное на карте. Ага. Завершено. Жизнь на улице. Круто. Так. Второй мужик. А вот и он. Эй, жучара. Тихо, ближе не подходи, смотри в другую сторону, а я буду смотреть возможно. Идеально, так я смогу разговаривать и не путать народ. Ничего, перейдем к делу, мне нужна информация о... Я знаю, зачем ты здесь. Про твоих пократельных голубей весь город говорит. Я знаю, где держит одного из них, но эту информацию придется... 10 баксов. 10 баксов. Ну ты жлоб, конечно. Я не жлоб, я бомж. Разница в одну букву. Не слишком большая разница? 10 баксов. Ладно. Я тебе как раз хотел показать, как выпрашивать у людей деньги. О. Попрошайничество состоит из двух стадий. Сначала пиши желание послания, лапки картона, а потом пиши счастливый стаканчик. Так, я там досмотрел. Удерживайте, чтобы открыть меню навыков. И выберите попрошайничать, чтобы включить или выключить режим попрошайничества. Тап. А, зашать надо. А, вот, просить. Good. Time to let people Хорошо, know давай that you're покажем людям, что тебе нужно деньги на своем сообщении в куске картона. Подожди. Тут слишком ярко просто. Я не вижу ничего. О. Тут слишком темно. Ладно. О, нормально. А! Черт! Я откуда знал? Да. Дайте, я специально ошибками, но я же бомж сижу. Дайте. На. Ша. Покушать. Все. Я. Оценка 5+. Ага, неплохо, думаю, смысл. Now shake your cup in front of some faces to get attention. And money, if you're lucky.
Ага. Sorry, I don't have any spare change. Есть у тебя мелочи, я знаю. I'd like to help, but I don't have any cash. Есть наличка. Да, блин. I hope that helps. Есть помощник. Давай. That's it. Keep going, pal. Что так мало? О, don't полиция. Тебя сюда выкинул, если не прикатишь. Don't force me to throw you out of here. Куда я бегаешь? I see what you did there. I can hear your stomach grumbling from all the way over here. Слушай, тебя курчит. Так, так, надо это, надо поесть. О, вот он. А мужик, ладно. Some other time, okay? Ну раз, он так. Да, блин, ё-моё, а чё, никто не хочет. О, держи. Сколько дашь? Ууу, больше доллара, круто. Спасибо. Два доллара. Don't force me to throw you out of here. Just don't drink it away, okay? Спасибо. Мне люди дают и капли. Sorry, I don't have any spare change. Мне не смело очень. Какие же жопы. Слушай, тапочку. Держи. Спасибо. Ну, хотя бы сколько. Хотя бы что-то. О, мужичок. Ты куда-то разворачивал, а ну стой. Я не могу помочь. Да можешь 100%, я тебе уверяю. Не можешь. Прости, кошелек дома осталось. Да, а куда ты идешь тогда без кошелька? Все, вымогательство. А, нет, ничего давать не надо. О. Карл, на, возьми. Прям для тебя. Так. Ой. Слушайте, а я могу кого-то это? Девушку. Я девушку-то не... Не хочу пить. Давайте вот эту капашку. На! Вандализм! Ну стой! О! Куку! The suspect is running away! That's unwise! Карл! Карл! Карл, валим! Валим, Карл! Карл! Вам крышка. Ладно, я понял. Хотя бы деньги остались. Хоть что-то. На! We've lost him, but for how long? Да, мы видим куку. Где он? А, он. Don't you dare die on me! А, у меня очень мало хп. Чёрт. I command you to stop! Приказываю остановиться. Да кому ты приказываешь? Ладно, вам крышка. Лучше не будем наведить цвету. Я знаю, это плохо закончится. Так, я... Justice will be served! Да яблочко дайте съесть. Поехали в машину. Все, я на машине еду. You won't get away that easy. Так ты просто не уйдешь. Да уйди, господи. Я уже уезжаю от вас. Давай, Карл! А за Карлом вообще не один человек, типа. Вопрошай. Дайте на покушать. Все, спасибо, что да, это самое. Меня довез. Quick! Find a place to hide! По сути, меня почти копы это. Потеряли из виду. Hopefully that's me. We tricked the police once again. Спасибо. Полиция ничего не очень. Here, good luck. Спасибо. Она больше всего денег дала. Вот, держи, спасибо, давай. Ну тоже ладно, деньги. Так. Some other time, okay? Только раз. Here, good luck. Спасибо. Доктор дала. О, в другой раз, ага. Дала все. Happy to help. Вот, держи. Девушки самые щедрые. Давай, еще. Вот девушка тоже. I hope that helps. Надеюсь, поможет. Ну, конечно же. Да, $1. Ну, это все 1 цент. Here. Good luck.
дайте. Great work, pal. Let's get back to that greedy ass spy. Жучари, возвращайтесь. It's a pleasure doing business with you. We'll find your bird alley. One of the bugs has locked himself in a cage with it for safekeeping, while others went out to search for a buyer. Better hurry before they come back. Так что поторопись, пока они не... О, в смысле, мой куб? Я буду дураться. Клетка. Lost something? Что-то потерял? You wanna get your precious birdie back? Птичку? Well, this is the only bird you'll get. Так, что такое приложение? Well, don't just stand there. Ну, ты что, стоишь? Back. Давай сдачи. Покажите жку среди пальцев. You'll have to try harder than that. Я так просто не разберусь. Oh, good idea. Try to piss him off. Or better yet, on him. Господи. You're gonna regret this. Попробуй. На вкус мочу. На, на. Nice one, pal. Всё, моя золотая дождь. Всё. Привет, Голд. Я тебя спас. Всё. Right now this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should visit the pigeon lady. She might be able to help. This way. Сюда. Let me go! Отпусти. Talking shopping cart. Говоришь, тележка, у тебя новая игрушка. Stay where you are and give us your pigeon back. А ну, сними это, а давай сюда клубы или этому уродцу конец. Little help, pal! Помощь, приятель. Да, выберите новый клубинный навык, чтобы взять... Сюрикен! 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 It seems that you have recovered your shuriken pigeon. You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. It flies in a straight line and lodges itself into the target, dealing damage and even knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it to equip it with pigeon-friendly explosives and to make it fly faster. No! Thanks, pal. Let's fly. Нет, Голд. А я могу со всеми принести голубя... Голуби? In case you don't remember, pigeon lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her prestige eggs. You haven't visited her much lately, though. I hope she didn't forget you. She can be a little weird sometimes. Well, most of the time, actually. Okay, all of the time. Still, she shouldn't refuse to help a pigeon in need. Голубиня. Что это за голубиня, интересно? Uh-oh! It seems we aren't the only ones paying a visit to the pigeon lady. Не решили навестить. Говорю же, как твою мать, проверить не могу, что она настигла. Я был уверен получить такую договоренность. Говорю же, Ков, это ты? Да как ты? Какая разница с Ки? Это Ков, ты мой уничтожить. Я? Сюрикен. Вперед, Сюрикен. Но! А я хочу тебя просто так добить. Просто ты мне не нравишься как-то. Тебе то же самое. А, меня... Меня положили. Вы серьезно? Меня реально положили. Uh-oh. It seems we... Watch out! Big bugs sure know how to pack a punch! Не, лучше... С этим мужиком надо сюрикеном бороться. Машина его просто, я не знаю, как сбила. Как он вообще жив еще? Do you call that a punch?
ты офигевший. Слышь? Жердей. Во! Все. Подох. А копа вообще пофиг, типа я это черепа. Присед в этот раз по-настоящему. Все. Go on! Иди дальше. I'll stay on the lookout in case more bugs show up. Besides, she's way too boring. I mean, way too spiritual for my taste. Для меня. Чего себе? Смотрите, кассир гоп. Круто. Long time no see, friend. My pigeons already told me what those pesky bugs did. Let me look at you. Дай-ка взгляну на твою птичку. Ах, какая жалость. Раньше он был такой большой, а теперь совсем скромный. Now it is so small. I'm talking about its spirit. It's tiny and scared. Он сжался от страха. Бедолага сначала потерял дом, потом его отобрали у хозяева и держали в неволе. Однако еще не все потеряно. With enough rest and care, its pigeon spirit will become big and strong again. You need to rebuild your pigeon. Only then will you be able to bring your birds back to their full potential. Unfortunately, I can't help you with this quest, as it requires parts and skills beyond my reach. However, my winged friends whisper something about a certain entertainer and his scrapyard. He might be able to help you. I'll mark his whereabouts on your map. Please, visit me whenever you need seeds and gifts for your precious pets. Now go. А теперь ступай. In the meantime, I'll send out my friends in search of your lost birds, free of charge, for old time's sake. Завершено, клетка. У тебя есть свободные очки бонусов, нажмите Shift, чтобы открыть мини-персонажа. Ух ты, выживание, ресурсы, строительство. Давайте выживание хотя бы это. О, все. А, у меня больше ничего нет. У тебя есть все. И скоро увидимся, дружище. Так, я думаю, на этом, дорогие друзья, мы уже закончим, потому что уже слишком долго серия идет. В следующей серии мы пойдем уже на палку и такой же. Come, entertain me, and you will be handsomely rewarded. Ладно, потом посмотрим, вот сюда мы поедем как раз. Ну, можем доехать, а в следующей серии уже поговорим с каким-то артистом. Ну, посмотрим, так. О, это кол. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у нас получился ролик. Надеюсь, вам понравился, и вы, конечно же, его поддержали лайком. Ну, а с вами, как всегда, Iron Run. Всем помет, семечка лук. Смотри, сколько какая тут свалочка. Ну это прям Тенос, кстати, свалка. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами был, как всегда, Iron Run. Всем пока-пока.